Всем доброго дня. Это когда мы рассматриваем понятие шага, мы говорим не только о маневре каком-то, о каких-то уходах, атаках или о прочем. Мы еще и говорим о таких важных моментах, связанных с шагами, как различные наборы импульсов, в том числе во время шага. И когда в боевых искусствах осваиваются наборы импульса, они могут быть самыми разными. Вот можете посмотреть в плейлисте нашего канала, который как раз посвящен этим шагам, стойкам и так далее. Так вот, когда осваиваются различные наборы импульса, отдельное место в этом освоении уделяется набору импульса от шага. Ну, мы так говорим от шага, на самом деле от самых разных шагов, безусловно. И эти наборы импульса могут быть несколько разными, потому что любое наше действие, естественно, накладывает свой отпечаток на дальнейшие действия, поэтому каждый наш шаг имеет свою собственную специфику как применения, так и возможных атакующих и защитных действий на этом шаге, ну и в том числе такую специфику, как набор импульса для дальнейших атак, защиты и так далее от того или иного шага. И сегодня мы касаемся переднего шага или кунг-фу, как его называют в классике, и освоения набора импульса от этого шага применительно к атакам ногами. Я думаю, это такой важный достаточно момент, связанный с освоением боевых искусств для начинающих, но я думаю, неплохое достаточно напоминание для продолжающих, а для некоторых и освоение в том числе. И, конечно, передний шаг – это такой, ну, скорее всего, наиболее используемый шаг для начинающих. И во многих традиционных боевых искусствах этот шаг является таким, ну, базовым, что ли, или основополагающим. И, казалось бы, о нем сказать нечего. Но это не совсем так. Использовать этот шаг более или менее часто мы умеем, но использовать все его возможности умеют все-таки немногие, как мне кажется. С этой точки зрения этот урок, наверное, будет полезен. Мы коснемся таких шагов и их особенностей, как шаг всадника, который не так часто все-таки применяется в боевой практике, но тем не менее заслуживает большого достаточно внимания, поскольку он новичкам, по крайней мере, бывает очень удобен для освоения тех или иных техник. Потом мы поговорим с вами о скользящем шаге, мы поговорим с вами о шаге на одной ноге, мы поговорим о низких достаточно шагах и их применении, и о промежуточных каких-то позициях, которые тоже реально необходимы вам будут в вашей боевой практике. О том, как приобретается этот урок, внизу в описании к видео, цена тоже там. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик. И хороших вам тренировок. Счастливо!